разрешите обратиться. Все, он для вас все сделал. Дальше. Сейчас у вас темно. Директор сказал, что придет к нам на контрольные нормативы, которые мы будем сдавать. Я думаю, такой урок вперед, это скакалка у девочек, у мальчиков. Я тоже дам скакалку и пресс. И пресс. Как вы сделаете, так вы попадете в группу. То есть и мы сможем кушать. Есть девочки, которые занимаются гимнастикой и танцем. Значит, вы в той секции пока остаетесь записаны. Потому что делается совсем тяжело. Я вам еще раз отдельно объясню. Еще раз отдельно. Там есть то, что вы будете кушать. Но там мне нужно поговорить с вашими тренерами, которые вас должны тренировать. Я узнал, что я не могу все вам рассказать. Просто не могу все рассказать, потому что это среди взрослых. Но должно быть все хорошо. Не знаю, как получится, но должно быть все хорошо. Дальше. Теперь смотрите внимательно. Если вы выйдете, да, придет директор, мы построимся, начнем разминку. А вы... А, кстати, вы знаете, что ваш директор занимался дзюдо? Да. Я знала, когда одна работала. Да? Да. Вот. Она меня хорошо знает, потому что я не работал здесь. Она меня знает. Я когда тренировался, она тренировалась, у нас был такой Василий Фуга, тренер среди девушек. И вот там Донна Елена выступала. Она выступала с ребятами здесь, ну, которые меня тренировались. Она говорит, Сергей Анатольевич, она же была просто учительницей, а потом стала директором. Если вы вот так завяжете, да? Или вот так может. Вот некоторые еще так завязывают, вот так. И боже. Показывают, как завязывать. Самый легкий способ, когда вы научитесь, то, что вам показывает второй способ, так как завязывают уже мастера спорта. Я показываю, как на вещи. Встали. Встали. Сняли пояс, взяли вот так. У кого маленький пояс, мы поменяем. Вика, чуть-чуть туда подвинься. Вот смотри, вот как эту девочку зовут, я не знаю. Да, еще раз. Николета. Николете нужен другой пояс. Вот. Два пояса нужно. Нормально. Пока нормально. Мы попробуем. Если будет маленький, мы дадим. Вы, я думаю, можете поменяться даже. Нет, если у тебя длинный, лучше с ней поменяться. Попробуй. Посмотрите внимательно. Пояс. Середина, животатик. Да? Да. Мальчик там. Смотрите, запахнули. Раз, два. Середина. Пузо. И вокруг. Оп. Два. Видите, оно пришло вот сюда. Что дальше делаем? У вас нету тренерского галстука. Вы не знаете, кто такие пионеры. Вы родились не в то время. А мы были пионеры. Мы галстук все время носили красный. Завязывали. Были октябрята, вот маленькие, до 5-4 класса. Потом пионеры, потом комсомольцы. Теперь смотрите. Ставлю раз и сверху два. Вот. Раз, два. И то, что снизу пояс. Снизу сразу за два. За два. Вот, оп, видите, да? И потом еще раз на уровне. Оп, и все, и получилось это. Сушенька, посмотри, пожалуйста, у них. А, нет, посмотри, у девочек, а я у мальчиков. Посмотрим. Стоп, иди сюда. Круг. Посмотрите внимательно. Девочки, Петя, боец. Петя, боец, посмотрите. Видите? Какой? Да? На соревнованиях не разрешают. Значит, то, что сделаем, снимай пояс, вот себе другой посмотрим. Раз, два, да? Вот. Теперь берешь эту сухую, сразу задал. Оп. Оп. Все, подожди. Кто забежал пояс, может съесть. Скажите еще раз. Вот молодец, умница, но он будет развязываться. Раз.
Хорошо. Так, ей другое надо. Нет, ей другое. Нет, ну давайте да, посмотрим. Развязали пояс, положили сюда на шею. Отходи сюда, 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 отходи. Да. Девочки встали. Девочки, как встать по Ливермену? Помогать. Как? Редикацию. Так, пояса сняли, положили вот так, как я на шею. Развязали пояса. Развязали пояса сделали. Так, давайте мы сделаем по-другому. Девочки, идите туда, мальчики, а вы сюда. Там больше места, здесь меньше. Поменялись. Девочки встали, предикатывая. Итак, пацаны, смотрим на меня, стоим. Девочки встали. Сейчас мы посмотрим, какая команда быстрее сделает, мальчики или девочки. Так, пояс завязать. Приготовились, пояс завязать. Пацаны, кто первый, девочки или мальчики? Кто первый завяжет? Так, и вокруг. Вокруг. Андрей, гради правильно. Поставили сюда на шею.
Считаю до 20. Внимание. Отжимы. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Все. Девочки, все. Да. Нет. Ты разминаешь. Все, Хаджимен, пошли разминка.
Так, а тебе нет. Ты можешь идти домой. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Кто? Матэ, значит, внимание сюда. Видите, сколько людей, да? Я не могу каждому делать то, что он хочет. Если вы пришли на тренировку, я тренер. Все, что тренер. Думаю, Юрий тоже тренер. То есть мы втроем. Наш слово закон. Сказали, сделали. То есть нет, у вас не должно быть такого. Я хочу, я не хочу. Мы сказали, мы сделали. Вот когда вы после того, как сделали, вы можете после тренировки подойти, сказать, Сергей Анатольевич, вот я хотел бы то-то, то-то и то-то. Я вас очень прошу. Потому что я не люблю. Вот видите, да, призер Олимпийских игр по борьбе с дзюдо. За 4 года я бы не сделал ни одного замечания. За 5. Я сказал, Сережа, 100 бросков. Поклонился, пошел сделал. Сережа, борешься здесь. Вы тренируетесь одну тренировку, он 2 тренировался. 2 подряд. Когда была разминка, второй тренировки, он отдыхал, я ему сделал место, он в тренерской отдыхал, 20 минут, потом выходил, разминался, дальше работал. Я говорю, Сережа, с ним борешься, он борется, Сережа, с ним борешься, борется. Сережа, 50 бросков подклад. Он все делал. Поэтому я прошу вас, или сюда становишься, и больше со мной не стоит. Все, начали, пошли разминаемся. Хорошо, пошли. Что делаем? Скакалка. Раз. Фамилия, имя. Кук Артем, прошу вас. Я хочу домой. Остановился там, сейчас оценку скажу. Оценка 6. Ушел. Я Лея. Как фамилия, имя? Да, русский мат. Говори, пожалуйста. Молодец. 3. Ничего, надо научиться. Прошу вас. Молодец, красавец. Тоже 2. Прошу вас. Молодец, 3. Пацаны, вы красавцы. Ушли туда сели. Ушли сели. Еще раз. Начало всегда неинтересно. Всегда неинтересно. Вы хотите вообще то, вот я это сам. Это не интересно, а там все делать не умеет. На это надо чуть-чуть протягивать, Руслан. То есть мне нужно, чтобы вы хорошо падали, потом мы выучим немножко приема, потом мы научимся это. И потом вы будете прыгать, девочки. Знаете, как будете прыгать? Я вот так встану, вы будете через меня прыгать. И вот спросите. Я правильно говорю? И через стол прыгаешь. Просто надо заниматься, тогда не будет болеть голова. Так, поехали. Раз, два, три. Маты сюда убрать. Эй! Ставим, взяли маты, убрали. Считаю до 10, нет, буду бить. Раз. Два. Три. Попробуй. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Поставили? Посмотрите, как вы поставили. Чтобы вам суп так наливали. Ой, неровно. Ой, неровно, да. Неровно. Это только девочки могут хорошо делать. А мальчики никогда. Они могут поставить. Да? Эй, вот отсюда вот. Нет, наоборот. Смотри, девочки несут, а мальчики. Молодцы. Хорошо. Мальчики молодцы, мне понравились. Значит, сейчас, девочки, видите, у нас прекрасные мальчики. Да. А сейчас мы будем бросать. Куяшки! Да. Да, мне. Так. А ты все там
Давай, все. Все сюда. Или ты, или он, отойдет его, и все. Он сидит, сидит рядом с ним, садится, чтобы кто-то выдернул. Я? У кого? Я что? Посмотрите, пацаны, вы сядете на колени сейчас. Стоп. Руки вперед. Девочки, берете руку. Девочки. Раз, два. Девочки. Дальше что вы делаете? Поворачиваетесь и скручиваете. Оп. Ёк, как ты падаешь. Так же назвать любить-то можно. Еще раз. Еще раз. Девочки, посмотрите. Если вы взяли эту руку, руку, вот здесь рука, то второй рукой берем вот здесь. Если вы наоборот, здесь. Теперь смотрите, я ухожу в сторону, ухожу, ухожу. Видите, рукой скручиваю. Вот. Все, два. Сели, я сказал, туда сели. Да, ко мне. Ай. Вот здесь, на колени, вот сюда. Артем, вот сюда. Григорий, Николай. Григорий, ай. Габриэл, ай. Ай. И Вадим. Ай. Это наша последняя. Ты инвалидчик, я покажу, что я.
здесь, мальчики порос. Построятся здесь. Я считаю до 10. В одну шеренгу становись. Шай до 5. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так. Мальчики хорошо стоят? Хорошо. Девочки. Девочки стоят очень хорошо, но тот, кто выше, должен стоять с этой стороны. То есть Вика, кто? Вика сюда. Руслан рядышком. Аделина. И уже потихоньку запоминаю. Там Олеся. Олеся. Непривета и Петрич. Не обижайся, я пока запомню. Ну, хорошо, да? Так, сейчас посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно. Сейчас я не здесь встану, вы разбежитесь. Я встану не здесь, я встану там. Значит, нужно вот здесь будет построиться. Если я там встану, значит, там надо будет построиться. Разбежались. Все, бегаем. Одну шеренгу, за мной. Становись, считай до 5. Уно. Двое. Патру. Чинь. Смотрим. Ой, какие классные. Да, я бы не смог так. Значит, еще раз. Те, кто там, будете когда проходить, будете проходить вот эту штуку, которую подойдите. Значит, когда мы приходим, надо подшипить, будете уходить. Хорошо? Значит, кимоно и пояса. Сейчас я вам покажу, как нужно будет сложить. Мальчики там складывают, а девочки складывают здесь. Смотрите, вот берете кимоно, да? На половиночку. Дальше. Сюда. Это. Да? Сюда. Это. Сюда. На стул. Так. Пояс. Сюда. Сюда. И пояс. И складывайте здесь. Мальчики складывают там. 40. 40. Дай, дай. Пока мы не забрали. Сейчас ушла. Да. А кто сейчас должен? Алина. Дон Алина.
А во сколько у вас тренировки начинаются? Там, там, на какие дни? Еще раз, запомните на это. До свидания. Смотри в рот, у кого животе больше булькает, тот ты выбрал. А кто у нас был? Она была самая полная. Слушай, хорошая вода? Очень. Можно попробовать? Да. Тебе еще скажу, что будешь. Не пей сразу тренировки, ты вспотеешь. Чуть-чуть подожди, потом выпей. Да. Попотеешь, да. Да, пил, да? Нет, я не пил. Ну, вроде все здесь были. На тебя спасибо, вы сказали. Когда будут? До свидания. До свидания. До свидания, девочки. Как же это? 5:40 один раз. У тебя плохой автобус был. Вообще 23, я сдал 50 минут не пришел. Я сел за Пушкиным заехал. Как машину такую большую, что там не жить можно. Вышел правда, да? Кто зашел? Эй! Орехи. Не здрасте, не до свидания. Вот целое дело. Сейчас я печеньку. Стой.
ходит. Да. Боец. А чей рюкзак вот этот? Рюкзак туда, туда. Раздевал. Как пистяк, да? Пистяк, да. Мы сейчас пойдем. Разрешите? Можно. Вам помочь? Я знал, что ты ждешь уже час 40 добрался. Я сразу должен был быть ехать здесь сейчас. Вот сейчас. А я в 12 вышла с универа, я думаю, до дома уже не быстро. Я поехал на базар, ехал час 10 минут 15. Так, ждал маршрутку, потом ехал. Где-то час 20, час вот так, час 20, час 10. Сдал принтер. Обратно думаю, как ехать. 113, 100... Решил, там девочки в этом, в раздевалке. Решил 66. Пришел, а там перерыв, а нет, на труда еду. Я думаю, сядь, хай, боец, аж сюда. Маску сними и садись. Я решил этот на 66. Дальше, значит, сел на 134. Доехал до цирка, но сидя. Доехал до цирка, вышел, смотрю, троллейбус. Пустой, живой, хорошо. Ну, вроде чекан. Сел, оказывается, Чепкар. И я поехал вниз, потом думаю, так, если я здесь выйду типографию, это же пилять сколько. Поехал в следующий остановок. Вышел, перешел, идет 121 маршрут. А Чекара где? Ну, Чекана, Чепкара. Чекара где? Чекана здесь. Нет, Чекана, а ты стал? Чепкара, старая почта. Чепкара. Дальше. Я решил, смотрю, подошла маршрутка, спрашиваю, 121. Я, можно сесть? Я сел, едет. Я говорю, вы где заворачиваете? Потому что она заворачивает не... Вот здесь вот она заворачивает. Раньше. Слез. Уже сел на 112. И уже доехал сюда. Но везде я сидел. Я нигде не стоял. Потому что если там подходили, это не можно стоять. Было бы, ну, знаете. Сергей Николаевич, я ваш YouTube-канал нашла. Еще раз? Я ваш YouTube-канал нашла. Нашла? Да. Как называется? Не знаю. Но я подписалась на вас. Да? А вот как спасибо. На вас? Значит, канал называется Личео Молдова. Вот я уже выставил, как вы это самое. Одну карточку потерял, 380 лет бестолковый. Вчера шел, музыку слушал, как она выпала. И там есть ваша тренировка. Есть вот этот ковер, посередине нет. Пойду сегодня там, где шел, может найду. Я вам потом покажу. Вот там я буду выставлять тренировку. Так. Значит, еще раз, пока мы посмотрим кимоно, оставлять будете здесь. Ну, Вика забирает, Вика забирает. А те, которые новенькие, пока будут здесь, чтобы собирать, чтобы я знал, что они придут, там бросят и все. А так я буду знать никого, что. Так. Вадим, будьте кимоно. Есть кимоно? Оно одень.
Так, вот эти два встали. Да. То же самое. Вы должны будете потом сами покупать. Это я пока даю. Зачем вам вода? Потом вы то ли я закончите. А горшка нет у меня. Скажи, что я выбери оттуда. Остальные не надо, сидите. Вы же не Вика, кто же не Вика зовут. По шее Руслане дай там, пожалуйста. Артём, Петров,
Так, ты что, девочка рассказка рассказывает? Девочка рассказка рассказывает? Где сегодня? Ну что они там делают? Да, объясняю, что надо? Мишки читают и... Кого? Так, Руслана, вот там Руслана, там вот кимоно, там. Ты помнишь свое кимоно, Руслана? Да, Руслана. Руслана, посмотри свое кимоно, Руслана. Посмотри там свое кимоно, если нет, вот тут. Семь, да. Вот там 50, можешь любой брать. Эй! А что завтра? А смотри, потому что, чтобы маленькая не было. Она на Вике одета, а ее вот. Твое на Вике? Да. А Вики. Не, у Вики своя должна быть. Ты смотри, ты найди свое кино, вот то, что ты одевала, то, что я тебе дал. На Вике? Сейчас. Так, здравствуйте, разрешите войти. Здравствуйте, разрешите войти. Извините. Надзорная. А, Вика, иди сюда. Викуля, подойди сюда, Викушек. Скажи, пожалуйста, это кино не ну, подкинь, ну, что ты подписывала? Руслан, одевайтесь. А, вот там кимоно есть. Одевайте куртку. Андрей, я сказал, так для куртки не садитесь. Дайте им взять куртку. Маску надо сюда поставить. Есть у тебя мобильный, нету? Есть. Там, да? Да. А там закрыто? Да. Хорошо. Отлично, да? Нет. Отдай ей, как бы тебя маленькая. Что? Вот, посмотрите. Вот эти две куртки. А подожди, не трогай. Вот большая дай ей, а ты отдай ей. Нет, у меня вчера была маленькая для меня. Сейчас. Возьми, попробуй это. Иди сюда. Эй! Боец, ну быстро сели сюда!
Заходишь сюда,
кланяешься и говоришь: добрый день, или буду сделать добрый волонтер. Один добрый волонтер. А что ты делаешь, когда видишь директора? Как директора зовут? Ты знаешь? Донна Елена. Донна Елена Фрунзе. Когда ты идешь мимо директора, что надо сделать? Ничего не надо делать. Ты идешь, остается 2-3 метра. Ты должен поклониться, как дзюдоист. Маленький поклон. Маленький, сказать: «Буназио, Донна директор». Просто «Буназио», все, ты идешь. Когда ты видишь классного руководителя, что должен сделать? То же самое, как здороваться. Девочки, еще раз, какой порядок? Пришли сюда, зашли, поклонились залу и поздоровались с тренерами. Уходите, то же самое. Если вы хотите выйти, нет, вот так, это каратисты кланяют. Потом те, кто занимается тэквондо, каратэ не так делают. А дзюдоисты кланяются. Дальше. Увидели директора. Как зовут? А что за студент? Как директора зовут? Донна Елена Фрунзе. Ну, может, и будете говорить. Буна сделал, буна деменяться, буна ся. То есть первый, кого вы видите в лице, я должен поздоровать. Вот стоит хорошо. Стоит. Стоит один тренер, второй тренер и директор. С кем вы будете здороваться в первую очередь? С кем? С директором. Самый главный. Он мой начальник, ее начальник и ваш начальник. В первую очередь с директором. Увидели? Вы надел, потом вы надел дом антренера. Не надо вот этого. Ты смотри. Ты учишься, у тебя есть учителя. Видишь учителя? Поздоровайся. Учитель тебе тогда вспомнит: а, Андрей со мной здоровается. Все не здороваются, а Андрей здоровается. Не поставлю я ей семерку, поставлю лучше восьмерку. Нет, а так как ты бегаешь мимо и не здороваешься, поэтому каждый учитель помнит. Еще раз, если я узнаю, или мне кто-то скажет, что вы не здоровались. Есть ходят здесь учителя? Значит, во-первых, это касается вас. Увидели директора классного руководителя, любого тренера. Остановились, поклонились, как поняли, все. Ушел, можете дальше играть. Особенно вас, обязательно здороваться. Тренер, классный руководитель, директор. В первую очередь с директором. Вот здесь я это уберу, Сережу Тому. Это мой ученик. Я первый тренер, а потом еще были много тренеров, которые с ним работали. Он на Олимпийских играх стал третье место. Но не только я, а еще 5-6 тренеров тренировало его. Поэтому, когда что-то лично моя заслуга, нет, я только начал с ним. 6 лет, 5 лет работал, потом он перешел, работали другие тренеры. Значит, еще раз, стоят три человека. Тренер, классный руководитель и директор. Первым, с кем вы здороваетесь, это директор. Вторым вы здороваетесь, классный руководитель. И третий, тренера. Еще раз я вам напоминаю. Бежишь, пробежал, не заметил. Вдруг тебя сразу поворачиваешься. Все. Сразу к вам другое отношение. Ко мне другое отношение будет. Меня директор лишний раз не поругает. Стоп. Разрешите. Вперед. Пожалуйста. Мобильный. Где мой мобильный телефон? Уйди мой мобильный телефон. Где мой мобильный телефон? В кабинете. А почему? А потому что я раз на работе. У меня идет работа, и поэтому жена не звонит, дочка не звонит, сын не звонит, друзья не звонят. Я не знаю. И если я где-то хожу, я говорю: не звоните мне с часу до 4, до 5 не звоните. Я не отвечаю, потому что... Вот если взять телефон мой, у меня там два времени. Первое – это наше время, а второе – там, где моя дочка. Она в Бостоне живет, вы верите. И там есть другое время.
Увидим время, я вам скажу, где находится моя дочь. Вот раз, например, я. Вот час на работе. Вот суббота, да, ага. Едет на гимнастику с детьми. Ага, воскресенье, ага. Едет, у них там, да, едет куда? Или вот, то есть я знаю. Она знает, где я нахожусь. Вот в университете в Америке, когда она училась, если кто-то звонит, и она поднимает трубку в университете, могут исключить. Да? И если вы списали с интернета, взяли, просто списали, учитель заметил, выгоняют с университета. Она говорит, я пару раз звонил, она говорит, она же потом говорит, папа, мы оставляем мобильные, мы с ними не ходим в университет. У нас нет свободы. Они в другом месте, есть шкафчики, все, мы там оставляем. Поэтому даже не звоним. То есть здесь порядок, здесь вы должны предупредить родителей, особенно мальчики предупреждают своих девочек, своих друзей, что я с двух до трех, до четырех на тренировке не звоним. А если звонят, значит я понимаю, что вы еще не привыкли. Должны привыкнуть к этому распорядку. Дальше. Значит, насчет кимоно. Кимоно я подписал, вы посмотрите, вот где сидишь, Жасмина, где сидишь, там сложишь и здесь поставишь. Ты здесь сидишь. Нет, ты забираешь, вот там нужно будет просто отметить. И ты вот эти три человека. Раз, два, три. Они занимаются давно. Я их хорошо очень знаю. Они всегда хорошо, аккуратно складывают. Потому что у меня там столько вещей, девочек, я же. Так, так удобно в раздевалке или нет? Или поставить стулья, как было? Единственное, что я его потом вешалку еще поставлю, чтобы можно было вешать. Просто. Так. С этим понятно, да? Значит, раз, два, три, четыре. Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти шесть человек. Вот ты здесь сидишь, вот здесь твое кимоно и пояс. Вы ставите там. Теперь я вас ищу. Я, знаете, я старый, болел ковидом. Я всех не помню. Вот, например, Руслана я помню. Вику помню. Михаила помню. Почему? Они давно занимаются, я все время с ними общаюсь. Если человек... Так, теперь смотрите дальше. Нам придет директор, когда мы будем сдавать. Мне сказали так, что с понедельника вы начнете кушать. Я обрадовался, уже и бегал. Вот с утра. Три дня с утра я здесь. Только сегодня чуть позже. Потому что вчера директор получил по шее. Естественно. Шею я уже отработал. Еще раз. Вот я сделаю снимки, сделаю портрет директора. Свой. Тренеров, классный руководитель, замдиректора по спорту, и он будет, вот, не знаю, не здесь, то мы повесим, вы будете знать, кто это. Надо обратиться, вы подойдете, скажете, дома Виктор. Вот и. Да, делайте, и я еще раз напомню, обязательно начинаем кисти. Вы будете проводить, скажут, пожалуйста, ваше упражнение, мы сразу скажете. Разминаем кисти, разминаем локти, разминаем плечи, вращение. Смотрите еще раз. Раз, два, три, четыре. И на пой. Уну, дой, три, пять. Вперед. Уну, дой, три, пазл. Четыре вперед, четыре назад. То есть по четыре сюда. Повороты. Раз. Наклоны. Вращение туловища. Наклоны. Вперед. Мельница. Разминаем колени. Это все упражнение по 15-20 раз. У вас чуть-чуть сюда поднимите, пожалуйста. Вот так и вот. И делать красиво, особенно девочки. Нет, нет, стоечки, пока стоечки, пока стоечки. Еще 2 минуты стоечки. Так.
Давай так, я вам скажу.
сейчас вина. Посмотри, будет скакалочку туда. Кто здесь был? Фигуря сюда, пожалуйста. Кто здесь еще? Итак, да, 30 раз. 30 раз. Стоп. Вот смотрите, я сегодня был, стоп, я был на базаре, купил вот такой вот, купил 22 лет. Вот посмотришь, хорошая, бальдвинная или короткая. Вот там можно. Здесь там снимает, поэтому если можно, туда брать. Или бы купил. Так, почти 30 раз. Почти. Мальчики, вы молодцы. Десять.
Так, пацаны, сейчас нет, вы мне даете скакалку. Все скакалки мне. Нет, не так. Вот смотрите, чтоб середина была, середина. Чтоб я все скакалки показывал, смотрите. И садитесь туда. Смотрите, там еще скакалки есть. Все, я вот такую. Я думаю. Значит так, сейчас. Сейчас, мои дорогие. Вика, Вика, еще раз, дай боец, то же самое, самое главное, это кувырок будет, это страховка. Значит, стоите, делайте шаг, да, делайте шаг, руки ставите в такое же расстояние, голову убираете, кувырок и страховка. И страховка, группировка, захватывает колени и встает. Делаем три шага, два шага вперед, обходим и становимся в колонну туда. Вика, покажи еще, посмотрите, шаг, оп, два шага, раз, два, и уходишь туда. Понятно. Да? Так. Так, вот тут. Сейчас я. Да. Тогда, я думаю, два мы поставим. Знаешь, что лишние вот эти безумцы на двери большие. И вот отсюда я еще один. Вот эти, нет, эти не надо, вот эти. Вот эти просто переставим. Сейчас я вот это уберу. Так, значит, еще раз, становимся здесь, делаем, я стою, я говорю, первый номер, не разбегается, подошел, делает раз, два, кувырок и заходит. Нет, все делает в кимоно, а я в кимоно, мне тоже жарко. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять. Да, туда. К ним Артем. И вас как зовут? Григорий, туда, пожалуйста. Беру ваш. Вы вдвоем здесь. Все. Гриша, Григорий. Так, здесь. Андрей сюда. Мы вдвоем сюда, за нее, так, дальше, Руслан, два шага, три шага и ногой, девочки, Руслан сюда, Вика сюда первая, раз, два, сюда, вы посмотрите, так, сколько здесь человек, три, четыре, я сказал, ты впереди, Руслан. Назад. Все ушли назад. Ты переходишь туда. Еще раз, когда зеваем, закрываем рот. Кашляем, закрываем рот. Так, три, четыре, два. Кто-то из девочек перейдет сюда? Или тут останется? Что нет, как я спрашиваю? Кузя. Итак, первые номера. Вика, раз, два, первый номер. Приготовились, делаем кувырок. Маня, хоп, кувырок.
Ушли и встали назад. Кто? Вторые номера готовы? Да. Аджины. Кто? Ушли. Третьи номера. Аджины. Группировочка, колени. Следующий. Стоп, одну секундочку, ставь сюда. Вот он молодец. Значит, посмотрите внимательно, как сейчас работает. Артем делает кувырок. Да. А Дан не делает. Пока Артем не ушел сюда, он не делает. Когда Артем ушел, делает он. То есть у вас по очереди. Готовы? Да. Хаджина. Шестина. Пусть она снимет кимоно, посидит пару минут.
Еще раз, Иван, обязательно надо будет кушать. Нельзя кушать жирное. Видишь, да? А, нет, Руслан. Так, ты ведешь. Эй, жирное нельзя кушать. Масло, сметану, перец, тренировки. Да, мясо нельзя кушать на шаре. Первое. Супчик. Хлебушек. Да. Но нельзя много жидкости. Нельзя много апа, воды. Да, ну не спать много. Все будет руки опекать, весь день. Да, на тренировке. Никакой воды. Посмотрите на себя. Посмотрите. Вот на него. Посмотрите, у него какие щечки. Да? Вода выходит. На воду туда, он уже тренироваться не будет. У меня время покушать. А, время покушать? Да. Хорошо. Быстренько. Хорошо. А где твой этот холодильничек? Я уже взял. Слушай, тоже каким? Не поднимай, пожалуйста. Да вот здесь руку. Еще раз. Нельзя кушать перед тренировкой. Но перекусить надо. За час можно сделать обед. А да. Бутербродом можно? Можно. Хорошо. Вот очень хорошо чужие пахнут. Вот, например, Вика принесла бутерброд, а ты съел. Классно, просто это прекрасно. То, вы поняли, да? Будьте внимательны, а то вы когда наклонитесь вперед, вам плохо станет. Вам нужно сметана, нет. Сметана, выходите, это, конечно, плохо. Воды напился, желудок, все, руки отекают, кот течет. Все, приготовили сковородку делать. Приготовили. Сейчас оценку будем делать. Ставим. Девочки, твой пас и на поле. Твой пас и на поле. Твой пас, девочки, и на поле. Поехали. Приготовились. Первый раз, да, руку подняли. Отжимаем. Посыпь кумарок. И ушли. Второй, наверное, руку подняли. Отжимаем. Вот, видите, сделали кувырок, нужно что сделать отсюда? Оп, и встать, когда оценка выше. Третий, отжимаем. Умница, умница. Ты падал, но ты представляешь, что ты на асфальте. У меня нога здесь, ножки вот так. Ушел, приготовились. Отжимаем. Умница, но колени должны быть вот... Голова должна проходить между коленями. Если колени здесь, ты с клубом ударяешься в колено. Молодец. Готовы? Отжимаем. Следующее. Пожалуйста, самостоятельно пошли. Делаем по три раза. Делаем, отжимаем самостоятельно. Так, еще одна минута, не очень хорошо. Нет, это для страховки, ты хорошо сделала. Умница. Умница. Так, стоп, Матея, встали на свои места. Боец, куда? Вы остаетесь, вы, Николай, перейдите сюда, пожалуйста. Да, где это? Немножко жарко, Иди потихонечку, чуть-чуть, не закрывайте это. Хорошо, что? Вот, а мы подойдем, посмотрим. Прошу вас, присядьте сюда. Вы остаетесь. На оценку делаем кувырок. На оценку. Там. Друг за другом. Одну секундочку. Сейчас я поставлю. О, вот так. Эту я выключу. Итак, на оценку кто? Как фамилия? Номер. Еще раз.
сверху Беатриче. Или Беатрис. Беатрис, прошу вас. 9. Умница. Сюда, сюда. Фамилия, имя. Прошу. Пешка Делина. Так, оценка 6. Головой коснулась. Ноги вместе. И немножечко ушло. Все получится, ты же хорошо делал. Только рядом не садись туда в крышку. Пожалуйста. Так, стоп. Фамилия, имя. Суголя Андрея. Садись, просим. Семерка. Так, оценка 9. Руслана. Следующей девочки, кто не был, прошу вас. Кто не был? На тот, там где тот мат. Девочки, назад, назад, на пой, на пой. Так, Виктория. Виктория, ты всегда впереди нужна. Итак, Виктория Кабус, пожалуйста. 9. Кто? Фамилия. Еще раз. Не слышу. А как зовут? Павловская Николета. Прошу вас. Так, семерка. А вот посмотри меня. Ты встала, чувствуешь, что... Я... А наоборот встал. Раз, я бы уже на бал выше поставил. Кто? Не слышу. Олеся Кобедова? Нет, чувствую, ты не слышала. Еще раз. Сручал Олеся. Видишь, я обедал. Кофе пил. Прошу. Да. А, не, послушай меня. Ты пришла для того, чтобы я тебя научил. И ты через месяц будешь делать, может, лучше, чем они. Встань, пожалуйста. Не, еще раз, не получается, моя задача вас научить. Поэтому не надо стесняться. Оценка пару. Ничего страшного, что ты думаешь? Пожалуйста, Жасмин. И Сахаренки встала. Вот так, молодец. Оценка чинч. Только что у кого были? У кого голова? У кого? Андрея? Не разговаривай много, не будет болеть. Матери, прошу вас! Только да. Да, я вам попробую. Эй, боец, а? Боец, боец, боец. Так, да, Боря Данилов, приготовился. Там, там. Эти мальчики совсем жаркие. Пожалуйста, Боря Данилов. Стоп! Вот ты сколько занимался? Я? Год. Так я попросил мне страховку, кувырок. Вперед. Ладно, ладно. Вон туда. Не надо прощать. А, прости, иди сюда, я тебя прощу сейчас. Поворачивайся. Жалко, что палка далеко. Прощай. Год. Но он делает хуже, чем мы. Поворачивайся. Ты должен сделать кувырок. Толкнуться двумя ногами, поставить две ручки, потом страховочку. Попробуй еще раз. Еще раз, еще раз. Не стыдно? Тренер твой мешок. Да. Ну, и где вот движение? Вот четко должно быть приземление. Да. Оценка чинч. Ушел.